Всем привет! Вы на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. У меня сегодня спонтанный поход. Поход на 3 дня. Вот мой большой рюкзак. Новый, кстати. Тот я сдала. Который был неудобный. Купила новый. Тоже не такой, как хотела, но этот получше немножко. В общем, я сегодня не одна. Историю знакомства и сегодняшней встречи я расскажу, наверное, позже. Мы сейчас поднимались просто жуткую гору, очень крутую, очень длинную. Мы по дороге зашли на родник, набрали там воды. А теперь нам очень круто вниз. Ой, на кого я похожа? Я же не сказала даже, куда мы идем. Узнаете место? Кто смотрит все мои фильмы, возможно, и узнает. Но я здесь была в пургу, в снег. Красота какая. Тут стрижей много всегда летает. Это крут телевизор, кто не узнал или кто не смотрел мои фильмы. А мы идем в избу шаман. Помните, я ходила, снимала там беседу со зрителем. Помните, снег, пурга была. Я спустилась, а Александр еще там где-то спускается. Я решила заскочить в грот. Вообще хочу завтра пробежаться тут по скалам, показать вам что-то новенькое, интересное. Если погода позволит. Потому что сегодня вот дождь весь день передавали. Я сейчас спускалась под дождик и боялась, что совсем намочит спуск. Там очень-очень крутой спуск. С тяжелым рюкзаком очень тяжело спускаться, да и снимать просто нереально, поэтому я и не снимала. Не знаю, что у меня за съемка будет, но я постараюсь для вас хотя бы виды там поснимать, красоту всю эту. Фух. Я не знаю вообще, как я с этим рюкзаком там спустилась. Я сюда с таким большим никогда не ходила. Я уже к избе подхожу. Александр где-то там догоняет. Там просто мелкий курум, он просто сыпется, ты едешь, а у меня еще обувь неподходящая, как обычно. В общем, на таких крутых подъемах и спусках просто нереально снимать. Тем более, что у меня камера лежит в рюкзаке на всякий случай, чтобы ее не убить. Вон она, изба. Кто-нибудь, может, помнит, кто смотрел, когда я сюда в пургу приходила. Но я без ночевки тогда была. В этот раз не знаю, как мы будем там ночевать. Изба, я помню, что она в плачевном состоянии. Пыльная, грязная, нары такие себе. В общем, я думаю, это то еще приключение будет. Заходим, короче. Кстати, тут еще надо лезть. Вот сейчас с этим рюкзаком полезу. Вот, по скале, чтобы туда попасть. Я поднялась. Сейчас надо открыть. Тук-тук, откройте. Тут что, блин, чтобы попасть? Стоишь на вот таком уступе. На скале. И там еще где-то задвижка есть. А вот. И дверь сюда открывается. Надо ее открыть и зайти так, чтобы не слететь со скалы еще. Штука так открывается. Дежурный дом. Не блин. И сразу я всех жуков отсюда выпустила. Вон там пчела даже сидит. Залетели, а вылететь не могут. Давай лети. Шмелик. Все, заходим в избушку. Вот мы и пришли. Видите, как грязно. Не представляю, как спать. Там же еще наверху есть. Вон они, нары наверху. Вот там прям окно открыто. И, в общем-то, что в избе ты находишься, что не в избе.
Александр должен уже догонять, либо я сейчас ставлю рюкзак и думаю помогать воду затаскивать. Наводим тут с Александром уборку в избе. Тут такая грязь везде. Вон, тут одеяло гнилое лежало. Ковер какой-то. Одеяло вообще уже сгнило, его надо сжигать. А ковер мы хотим выхлопать и потом снова сюда. Ну, вот на верхних нарах нахожусь. И сюда потом опять поселить. Тут вот пакля какая-то, и мыши тут гнезда строили. Тут все в говне в их. Вообще жесть. Короче, наводим тут везде уборку. Снимать некогда. Да и тут неудобно в этой избе снимать. Мы зажгли очаг. Я думаю, что этот очаг уже 1000 лет здесь не горел. Вообще в очаг такой не суют, но другого нам нет. Приходится сжигать всякий мусор. Другого потому, что... нету у нас. Да, потому что так его отсюда не вынесешь. Очаг голодный. А оставлять тоже здесь мусор этот, который гниет. Смотрите, уже солнце закатное, и такая скала освещается немного. И стрижей просто, они прям сюда почти залетают. Так много. Сегодня дождливый же день, вот стрижи низко летают. Красота. Как и хочется бы мне в историю попасть. Мы там порядок наводим конкретный в избе. На втором этаже вон я уже убралась. Ну и сейчас здесь наводим порядок. Я буду на втором этаже спать. Вон там грязь какая. Стол пока накрыли пленкой. Такие дела. Смотрите, радуга. Ее, правда, плохо видно, но видно. Красиво так вообще. Птички поют, стрижи летают. Солнышко освещает. Порядки навели практически, еще там немножко всякий мусор догорает. Я вышла тут посидеть, радуга такая красивая. Солнце садится. С Александром мы знакомы очень-очень давно, но мы с ним много-много лет не общались. А знакомы с ним с моих 15 лет. Он меня старше, не буду говорить насколько. Какое-то время мы общались, потом много лет не общались, потом он меня нашел в соцсетях. Мы в соцсетях так чуть-чуть совсем очень-очень мало общались, иногда переписывались. А тут что-то вдруг спонтанно решили вдруг сходить вместе в поход. Он предложил сразу в 3-дневный. Мы, скорее всего, будем ночь здесь спать, а ночь... в гроте телевизор. Ну, мы так подумали, но еще не факт. Такие мысли у нас. Завтра решим точнее. Как же красиво. Стрижей очень много. Я так люблю, когда они летают. Кричат, что-то там копошатся, мошек ловят. Кстати, эту избу изначально строил брат Александра двоюродный. Во как у нас в очаге костер горит красиво. Вообще, тут в избе так тепло, я уж не думала, что можно здесь так нагреть. Тут дверь пока открыта, потому что очень жарко, мы тут все проветриваем. Вот так мы постелили, тут убрали все на столе, подмели, нашли щетку хорошую, подмели, постелили скатерть, помыли ее. Там все убрали, там столько гнили было. Вон как палате сделали хорошо. Сейчас все чистенько, аккуратненько стало, изба на избу похожа. Это все наша еда там лежит, там наши вещи пока лежат, спальник, каремат.
Александр еще принес вот такую классную штуку сюда. Это от мышей еду убирать, чтобы они... Ну, мне кажется, они все равно могут залезть. Вон он там копается. Думает, я его снимать не буду, а я его все равно снимаю. Прячется. У нас тут очень уютная обстановка теперь. Сейчас я повыше спрятался в другую комнату. В другую комнату ушел. В другую комнату ушел. Да. У нас тут это... Чисто, аккуратно. Мы тут просто уже... Полдня убираемся, нас... уже скушать надо, нет, спать надо. Нет, не полдня, вечер, мы за вечер справимся. Ну, получается, мы часа три с половиной убираемся. Шести, а сейчас где-то полдесятого. Благодаря Алине, она организовала грамотно все. Так бы тут на резине, Александру на резине растянуть. Это за один вечер. Наша обстановочка. Лампочка, которую я заказывала. Очень вообще хорошо освещает всю избу. Очаг, костер горит. А это второй этаж, на котором я буду спать. Там я пока завернула, это мы все выхлопали. А это первый, на котором я буду спать. Да. Не стала пока раскладывать, потому что сюда пепел сыпется. Сейчас, когда потухнет очаг, там сметем и разверну ковер такой, мы его хорошо выхлопали. На него потом каремат постелю и буду там спать. О, какой паучара красивый. Я чуть за него нечаянно рукой не взялась. Но он не давит. У него в темноте светятся глаза. Когда сдалека фонарем на него светишь. Паук. Не, к нам не беги туда. Он хочет к нам убежать. Он напасть может туда? Ну, он не будет нападать, он может нечаянно укусить. Все, я собралась спать. Самое интересное, что время уже 3:00 ночи, представляете? Там птицы поют, там такой туман под ногами. Вообще просто ниже нас все в облаках. Я поставила будильник на 4 утра. Я думаю, этот туман еще будет, и я хочу для вас снять все это. А я еще на втором этаже сплю, здесь такое окно. Утром я сниму, будет видно. И такой вид просто. Я-то это все вижу своими глазами, а камера она не передаст. Время 3:00, в 4 вставать, то есть спать осталось где-то около 1.5 часов, нужно спать. Так что спокойной ночи до утра. Доброе утро, земля.
Спалось не очень. Мне вообще не спалось. Вернее, спалось, но очень-очень мало. В 4 утра я вставала, пыталась снять туман, но там туман поднялся выше даже всех деревьев, и было практически ничего не видно. Я немножко сняла. А самый красивый туман был не так давно. Меня Александр пытался, оказывается, разбудить. Он меня не добудился. Жаль, пропустила туман. Сейчас 7 утра. Надо вставать. У нас сегодня есть планы походить. Показать вам красоту. Мы очень-очень долго собирались и наконец-то выдвинулись. Радиальный маршрут. Пойдем сегодня до Таркашинского кота. Покажем вам такого мордаху кошачью в скале. Стрижи везде летают. Бабочки. Сегодня жара, жарища. Поднимаемся наверх, очень крутой подъем. Проходим скалу метко. Нам сейчас надо подняться наверх, а потом по хребту мы пройдем, и потом снова там вниз спускаться к коту. Очень крутой там тоже будет спуск. На подъеме такие саранки красивые, прям ярко-оранжевые. Еще узколистная лилия ее называют. Краснодневь малый, либо просто лилия еще его называют. Занесен в Красную книгу. Мы поднялись, ура! Какие шикарные виды! Хотим попробовать вот там за камнями грот есть, попробовать туда спуститься, если там, конечно, доступ будет к нему. Ой, какая красота! Там вон грот какой-то еще, но в него нереально попасть. Он у нас совсем на отвесной скале. Вот мы почти пришли, там грот должен быть. Вон он, грот, в который мы хотели попасть. Я вспомнила, я в него уже ходила. Он совсем маленький, сквозной. Вот с этой стороны. Вот. Насквозь выходит отверстие. Он совсем малюсенький. Нет смысла такой крутой вираж в него делать. Лучше до кота идти. Время не тратить. Thank you.
Смотрите, какая мордаха. Это горгона такая, злобная. И такой вид. Спускаемся. Круто, круто, круто. Тут везде очень крутые спуски, а потом очень крутые подъемы. Думаем спуститься до Базайхи и там искупаться. А потом уже наверх. Это будет совсем уж круто. Сегодня жара, вообще сегодня накупаться и загорать. А мы по горам лазим. Ой, посмотрите, как красиво. Небо синее-синее, стрижей просто тьма. Надеюсь, их видно моей камерой. И такие скалы. Такие просторы. Здесь скалы, горы, там река, там тайга. Все удовольствия. Мы почти дошли до кота. Сейчас нам круто-круто надо подняться, но его уже видно, я сейчас вам покажу. По легенде, кот открывается только смелым и отважным путешественникам. Вот он, кот. Видите, глаза, вот ухо, нос. Сейчас ближе подойду, будет лучше видно. Такой котяра. Вот, видите, лучше видно кота. Вот она, мордаха. Вот одно ухо, другое. Глаза, нос, рот и вот лапы. Такой шикарный кот. Торгашинский кот называется. Находится в таком цирке. Его очень сложно найти. Говорят, что не все его находят, не все его могут увидеть. Только самые отважные и смелые. Ну вот я вам наконец-то показала кота Торгашинского. Давно-давно хотела и все что-то не собиралась до него дойти. Сейчас еще поднимемся, там гротик есть. Посидим в прохладе. Ой, как тут хорошо в тенечке. Полезла я в грот. Тут, кстати, сыпучка такая. Аккуратно надо лезть. И очень-очень пыльно. Камни отслаиваются. Смотрите, как растет цветочек. Прям непонятно вообще, как он тут держится. Один. Семечко занесло. Как это? Просто в гроте среди камней и пыли. Такой одиночный, красивый. А вот этот грот мы поднимаемся. Там прохладненько, еще чуть-чуть там посидим. На выходе из грота такой огромный камень, он просто на горе вот так вот лежит. Непонятно, за что держится, нигде, главное, не зацеплен, ничего его не сдерживает. И просто лежит и уже давным-давно, много лет здесь. И не падает никак, не выкатывается. Там очень-очень круто. Кажется, что его толкнешь, и он свалится. А нет, стоит. Непонятно, на чем держится. Вот это похоже на лицо. У кого фантазия хорошо играет? Напишите в комментариях, вы видите лицо мужчины вот в этом? Вот. Зарядка полезна для рук. Еще цветок прям на скале растет. Как красиво. Как они вот так растут? Семечко попадет. И растут, и хватает им. И света, и дождя. Ой, стрижи как близко пролетают. Из грота вид. Красота. Здесь все время челюсть вот эта лежит. С зубами прям. Непонятно, чья.
кто знает, напишите в комментариях предположение ваше, чья это челюсть может быть. Прям зубы такие. Я тебя сняла. Видите, какой крутой спуск. Камни, ноги, идешь, ломаешь под этими. Идем назад, спускаемся. По сыпучке, по камням, по кустам колючим, крапивным. И вон он, кот. Красавчик. Нам туда вниз, вниз, вниз. И к базахе. Спустились вниз, а снизу вот такой открывается вид. И вон он, кот, кажется, малюсеньким таким. Такие скалы. И зелень такая нежная, такая красивая. Еще не успела потемнеть. Идем через какие-то заросли, через крапиву, через... И муравьи меня уже поели, везде муравейники. Ноги все изжалили. Идем по каким-то реально зарослям. Пытаемся пройти к базайхе, чтобы покупаться. Уже все ноги у меня изжались, только пиво дофигища. Вышли к базайхе, только не знаю, как тут и где купаться, нам еще надо ее перейти. Вот следы моралов. Не знаю, нормально видно или нет. Мишанин след. Вот прям от базахи только перешли, и вот Мишанин след. Вот один, плохо видно его. Вот второй. А там уже не видно, там косулины в основном везде следы. Идем по косулиной тропе, по козьей. Опять среди крапивы, бурелома, ноги можно сломать. Ну и Мишаня тут, наверное, тоже ходит. Там же были его следы. Ой. У меня телефон садится, а я не брала с собой зарядку. И поэтому не знаю, чего я наснимаю. Перелазим. В крапиву прям лицом почти. Ух ты, какая улитка красивая. Сейчас покажу. Там вообще необычный такой цвет. Вот обалденные виды. Вон он, кот. Маленький совсем. А мы на другой стороне реки Базайха. И отсюда просто шикарные виды. Я никогда отсюда не снимала. И крапива, и мухи кусают, летают, и комары, и клещи, и медведи, и косули. Только косули не обижают. Кого? С какой стороны подойдет? А, муравьи еще кусаются, елки. Ой, зато вид какой.
работе. Сегодня видеооператор хоть есть, а то люди не верят, что я шарюсь в юбке по таким зарослям. Со стороны хоть поснимают. Еще вот так вот идет. Растение называется ивовая роза. Вообще на ивах розы не растут, а такие розочки образуются от того, что комары свои личинки откладывают в листиках, листики заболевают и образуются вот в такую розу, и получаются такие красивые цветы. А когда высыхают, они вот такие становятся. Вот с этих ивовых роз рождаются комарики.
Мы уже дошли в избу. Мы только и скакали по кустам, по крапиве, по бурелому, по горам, по курумнику сыпучему. Нас кусали, нас заедали, кто только не ел. И медвежьи следы встретили, и косуль следы. В общем, еще то приключение было. И броды переходили несколько раз. Мы там просто не все снимали. Вот, вымотались. У меня все ноги горят, и царапалась вся вообще. Не видно там, короче. Сейчас Александр пошел за водой. У нас она в телевизоре, в гроте. Мы ее сразу там часть оставили, чтобы потом с ночевкой туда пойти. Хочет бутылочку принести воды, потому что у нас здесь закончилось. Мы сейчас попьем здесь какавка. Соберем все вещи и будем подниматься наверх в телевизор. И там будет у нас сегодня ночевка. Такую чистоту оставляем здесь. Клееночку постелили, все убрали, все помыли. Места мало, чтобы снять полностью избу. Но мы оставили за собой только чистоту и порядок. Все прибрали прям. Все подвесили, чтоб не гнило, не отсыревало. Теперь изба похожа на избу, и видно, что здесь следят за ней, а не то, что было, когда мы пришли, свинство тут. Все, пока, избушечка. Спасибо за приют. Я поднялась. Телевизор. Все. Здесь, как всегда, отличная программа. И вон у нас тут спрятана вода. Вот мы воду здесь спрятали. Специально заранее оставили, чтобы потом нам не тащить. Александр вон принес еще железку. Принес трубу железную, чтобы чайник можно было вешать на нее. Дров нам приносил. Вот мы уже костер разожгли. Размещаемся тут потихоньку. Чайник повесили. Водичку кипятится. Сейчас будем кушать делать. Такой у нас крутой ужин сегодня. Картошка толченая, икра, трески и овощи. И может еще что-нибудь потом вкусненького с чаем поедим, попьем. Поедим, попьем, попьем, поедим. Все, мы посидели у костра, поели, зубы почистили, помылись. Я сплю сегодня здесь, на такой полке, возвышенности. А он там гораздо дальше, короче, через костер, на той стороне будет спать. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Ночь была очень теплой. Я вообще не замерзла. Правда, тут везде сено откуда-то, может, кто-то раньше приносил. А я кручусь, верчусь во сне. У меня весь спальник в сене. Я вся в сене. Каремат весь в сене.
Благо в волосах вроде не запуталось ничего. Надо вставать завтра, готовить, кушать и собираться домой. Виды шикарные, день отличный. Иду вам виды показать. Помните, зимой здесь проходила вот эту полку? Она была в снегу. Холодно было. Опасно, скользко. Тут обрыв сразу. А летом нормально вполне ходить. Каждый может пройти. Тут шикарные виды. Это я из телевизора вышла с другой стороны. И вот такие виды. И вот он сам телевизор. Вот эта огромная скала, это та самая метка, которую там на подъеме видно. Кажется, что она такая небольшая, она вон она какая огромная. Вниз уходит в самый. И вон изба, в которой мы вчера ночевали, шаман. Внизу, у подножия телевизора. Чтобы в нее попасть, нужно кругом обходить, за скалой там идти. По сыпучке, по курому. Собрали рюкзаки, все, собираемся идти домой. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.